Всем привет! Вы на канале Video Game World, с вами Нейт, и мы продолжаем нашу рубрику обзора модов для Майнкрафта. Сегодня у нас будет мод Survivalist мод, то есть мод Выживальщик. Ну, выживание, вот такой вот мод. Он добавляет элементы реалистичности в Майнкрафт. То есть, смотрите, что он добавляет. Например, вот он добавляет шкафу загруженности, шкафа вверх, сверху, вот это вот длинная, шкафу жажды, вот эти капельки, вон термометр, то есть показывает нынешнюю нашу температуру. Также есть такая фигня, то что для того, чтобы был инвентарь, чтобы носить вещи, нужно одеть рюкзак и карман. Видите, если я снимаю, то вот за... Типа нельзя пользоваться, не видно ничего. А если так одел, то ходишь с бэкпэком. Еще смотрите, теперь чтобы утолять жажду, нужно пить воду. То есть нужно сделать банку, хлебнуть. Так, потом есть сгнившее мясо. То есть это вот вы кладете мясо в инвентарь. И у него есть шкала годности, то есть шкала использованности. То есть, если вы долго будете носить еду в рюкзаке, то она испортится, станет гнилой. Это работает только с мясными продуктами. Вот есть. Потом, для того, чтобы заживлять раны, нужно пользоваться бинтом и маленьким, ну, пластырем. Для того, чтобы согреваться, нужно использовать хит-пак. Его, по-моему, надо то ли на себе использовать. Я точно не помню. По-моему, это надо все делать... Так. Гейм. Ноль. Вот. Мы использовали хит-пак. И нам должно стать получше. То есть, так, вот так. То есть в холоде нам будет холодно, нас будет знобить. И для того, чтобы согреться, чтобы убрать озноб, не согреться, убрать озноб, нужно будет использовать хитпак. А для того, чтобы, если мы на жаре будем, для того, чтобы убрать, солнечный удар, что-то типа этого. Нужно будет пить воду. Вот это сумки, бэкпак, сумка. Бэкпак маленький, то есть кармашек на эту, на пояс. Ну, такие вот вещи. То есть это добавляет элементы реалистичности в игру. То есть, вот видите, мы пришли в пустыню, сразу вот этот вот термометр, он изменился. Теперь он почти на самом верху. То есть тут... жарко. Если мы сейчас улетим куда-нибудь подальше от пустыни, вот, мы в джунглях рядом с водой, стало уже не так жарко. Вот. Поднимаемся повыше, становится еще холоднее. То есть, чем выше, тем холоднее. Честно, я вообще не знаю, при чем тут. Ну, в общем, такой мод. Я, наверное, даже с ним буду на летсплей играть. Не знаю. Ну что ж, вон... шкала загруженности. Чуть так, да, по-моему. Или шкала уставания. По-моему, шкала загруженности, да. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Вы были на канале Video Game World. С вами был Нейт. Всего хорошего, какого фига. Откуда тут палатка? Видали, палатки сами спавнятся. Ну что ж, вы были на канале Video Game World. С вами был Нейт. Всего хорошего. Пока.